Ну, я думаю, с Рубином мы лучше всего играли, контролировали мяч. Много моментов было, я еще как раз говорил. Я думаю, с Рубином это самый лучший матч, который мы сыграли. Ну, сухой еще, конечно, 5-0 все-таки. Много забитых, главная реализация. Рубин, наверное, самый лучший матч по перемещениям, как мы двигались, как мы водили мячом. ЦСКА тяжелый соперник очень, четвертьфинальный попался. Один из самых, думаю, сильных на командном турнире ЦСКА. Но ничего страшного, мы отталкиваемся от своей игры, от своей команды. И нас не волнует, кто там ЦСКА, Локомотив, Динамо и другие команды. Ну, какая команда попалась, такая попалась. Они играют практически как мы, пытаются вводить инициативы, агрессивно в прессинг вступают, не дают играть. Ну, непростая команда, придется нам сильно постараться, чтобы их обыграть. У нас была утренняя тренировка, также по распорядку у нас обед, час, сейчас будет теория, все как обычно, игровой день. Но это дерби, это московское дерби, всегда интересно, всегда большой ажиотаж возле этого матча, все-таки ЦСКА-Спартак, так ЦСКА это такие матчи, где люди настраиваются сами, и не надо их настраивать, я думаю, это будет очень интересный матч.